Здравствуйте, это снова я. И на этот раз перед вами обзор игры Dead Space 2. Это мультиплатформенный survival-хоррор, выпущенный на всех современных платформах. На этой, этой и, конечно, этой. На Wii игра не вышла, впрочем, как бы первая часть тоже обошла эту платформу. Хоть, по моему мнению, игра и утратила часть атмосферы и пугает поменьше, зато она стала более зрелищной и может удержать до самого конца. То есть ее несложно пройти на одном дыхании. У первой части этого не получалось, по крайней мере в моем случае. Начну, пожалуй, с сюжета. О том, что происходило до второй части игры, вам расскажет ролик, который можно посмотреть в главном меню. Действие игры происходит спустя 3 года после первой части на населенной космической станции Титан. 3 года назад нашего главного героя Айзека Кларка нашли на планете Эгида 7 и доставили в госпиталь. Но контакт с обелиском из первой части не прошел бесследно, и у Айзека поехала крыша, вызывая ёбнутые галлюцинации с его подругой в главной роли. Поэтому его пичкали всякими веществами, дабы подавить и подвинуть на свое место съехавшую к хуям крышу. Кстати, его подругу зовут Николь, и она уже сдохла в первой части на планетарном потрошителе Ишимура. Так нашего главного героя не отпускало 3 года. Игра начинается с того, что нашего психа Айзека приходит спасать незнакомый человек, который хочет снять с Айзека смирительную рубашку и говорит, что он в опасности. Но не успевает он этого сделать, как ему во все щели вставляет свои остренькие конечности некроморф. Неожиданно с Айзеком связывается неизвестная девушка и кричит ему, чтобы тот бежал со всех своих ебаных ног. Я думаю, я бы обосрался сразу и от монстров, и от ее крика по связи. Хочу заметить, что теперь наш Айзек Кларк больше не молчит, как в первой части, а пиздоболит направо и налево, орёт матом и вообще, хоть теперь видно, что он тоже человек и умеет выражать эмоции и переживать по поводу жопы, в которую попал. Айзек, we're all gonna burn for what we did to you. Ну и, как обычно, еще сюжет раскрывают разные письма и звукозаписи, которые разбросаны в разных местах. Кат-сцены тут просто потрясают, по крайней мере после первой части. Там-то они тоже были, но в меньших количествах. Например, сцена в самом начале игры. Человек, который вас спас, начинает мутировать. Нахуй. Головой, конечно, он срубает на пятерочку. Или чуть позже, на ваших глазах, некроморфы убивают беспомощного человека, привязанного к операционному столу, которого вы вроде бы и могли спасти, но хуй, по сценарию не положено, так как это линейный хоррор, а не Heavy Rain, блять. В общем, выглядит очень интересно. Are you a doctor? Да, да, я доктор, блять, не ори. Сейчас мы тебя починим. Calm down. I'll cut you out of there. Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck! What the fuck are you doing? Shit! Help! I'm trying! Псих тормознутый.
Ну, а порой Айзек вместе со своим в край ёбнутым разумом пытается убить сам себя. Но игрок понимает это только в конце сцены. Особенно нравятся интерактивные сцены. Например, сцена, где вы висите вверх ногами и на вас нападают страшные пиздецы, которые немедленно увидели халяву, висящую на шнуре. В общем, различных ситуаций тут дохуя. О геймплее могу сказать одно, что отличий от первой части тут и не сильно много, но все-таки они есть. Графику немного улучшили, хотя насчет графики это не ко мне. Я ее не люблю оценивать, так как в играх ценю не это. Но в плюс могу сказать, что игра очень хорошо оптимизирована. Опять же, это, конечно, зависит от графики, которую слегка улучшили. Но игра летает и смотрится охуенно с расчлененкой, кровью и пиздежом Айзека. В общем, игру просто избавили от некоторых недостатков первой части и сделали более динамичный геймплей. Поэтому теперь Айзек стал быстрее передвигать свою задницу в костюме, да и вообще он охуенно изящно бегает боком.